Чё, ты это царь, что ли? Честно? Ой, батюшки! Да кто ж царя-то там встречает? Не царское это дело! Без торжественной встречи! Обходиться! Ваше величие, давай-давай! Еще разок, изволь приехать! Когда прикажут.
Так, ты давай за царь обед принимайся. А с вас еще газоны, вазоны и фонтаны. А я пойду проверю, все ли по-царски. Вот это я понимаю! Царское дело! Хороший все-таки мне народ достался. Вот это мой размерчик! Вот это я понимаю! Искусство! И мне приятно, и народу полезно. Ух, я такая царственная, вся повелительная такая. Давай уже обед подавай. Эй, вы-то чего? А ну, именем меня всем меня слушаться. Oh!
надо бы прибавить драматизму. Ничто, ничто нас не разлучит. Один лишь поцелуйчик, и будет вновь он мой. Пойду-ка лучше Мишке покажу. Уж он-то знает толк в моем искусстве. Если бы футбол по телеку. Ой, любовик, как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать.
где носят? О, и вот такое носят! А вот такое носят? А какое носят? А вот эдакое раз эдакое носят? See you.
точно. Может, ты со мной поиграешь? Я-то? А то уже играю! Лёд. Ключ на старт. Чик. Осторожно, Мишка, мы взлетаем. Внимание, Земля! Космонавт за бортом покоряет открытый космос. Манной каши в космосе не место. Мы тут миссию выполняем. Внимание, экипаж! Впереди планета Марс! Приземляемся! Нет, не так. Приморщаемся! Посмотрим, есть ли жизнь на Марсе. Ух ты! Настоящий марсианин! Ого! Марсианская каша! Попробуем! Да, на Земле такую кашу не варят. Приключения ждать не будут. Штурман, вернитесь в машину. Включаю турборежим. Ой-ой, он нас укусит! Удираем! А почему ты нас не кусаешь? Ты же крокодил. А, зубки болят. Не реви, мы тебя полечим. Чтобы зубы не болели, их надо чистить. Вот так. Ну что, крокодил, понял, как надо? Ух, нас штормит на 10 баллов! Как-то это маловато. Золотая рыбка! Владычица!
Ого, ты кто? Царевна-лягушка, что ли? Ага. Царевна-лягушка, а на шторми нам 20 баллов. Юнга очень просит. Эх! Хорошо штормит. Мишка-лягушка. Юнга просит 30 баллов. Мишка! Папа! Ты что, играешь? С ребенком кто будет? Ну, хочешь ты, принцесса? Принцесса!
Пожалуйте в мое царское королевство. Блеск. Принцесса, смотри! Мой единорог. Блеск! Смешнее давай! Веселее давай! А пусть это будет дракон, и он тебя похищает. Ну нет! Смотрите, как надо похищаться! Оперу надо ставить.
говорю, что оперу. А ведь это идея. Оперный балет с элементами драмы. Ты можешь умничать, пока не надоест. А я уже пишу либретто. Thank you.
Розочка, это не тебе, это для принцессы. Мишка, иди сюда, поиграем. Папа, папа, папа. Я принцесса. Мишка, ты будешь дракон. Это рыцарь. Боевой конь. Принцесса я прекрасная, и любят все меня. Спасите, помогите! Дракон, дракон! Ну чего ты стоишь? Давай уже, рычи давай! Значит, рыцарь сейчас тебя сразит он. Придется переиграть. На, побудешь пока принцессой. А ты, Розочка, будешь моим конем. Скачи, мой конь, на бой с драконом! Мишка, вы что, нарочно? Опять все переигрывать. Снимай корону. Папа! Принцесса спасена! Дракон повержен, принцесса спасена. Отлично поиграли. Розочка, да что опять не так?
Вы что, хотите еще поиграть? Хорошо, сами попросили. Бойтесь дракона! Бойтесь дракона! Бойтесь дракона! Дракон проголодался! Ну что, смотрите, спасайте свою принцессу, а то я ее съем. Папа! О, блинчики! Принцесса, слезай! Дракон согласен на блины. Принцессе мучное вредно, а дракону в самый раз.
Мишка, ну давай же снимать кино!
Хорошо, хорошо. А про что кино? Thank you.
мультики попрятались. Начнем расследование. Раз, два, три, четыре, пять. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты ищи.